Сегодня у Гомельском державном медицинском университете отбылось размеркование выпускников. Все лето в учебу завершают 580 студентов, 430 человек из лечебного факультета и 150 из медико-диагностичного. Комиссия принимала решение с уликами их учебной поспеховости, удела у науково-доследчей деятельности, семейного становища и места жихарства. Уличивались и особистые пожадания. Выбор напрямку профессиональной деятельности будущих врачов вызначается переликом медицинских специальностей интернатуры, затвердженным Министерством аховы здоровья. У этом году 50% выпускников накировано в больницы и поликлиники Гомельщины. Все выпускники медицинских вузов, в частности нашего, они обеспечены всегда первым местом работы. Поэтому тревоги у выпускников о том, найдут они себе место в жизни или не найдут, у нас нет. В принципе, мы никогда на распределении не встречаем каких-то возражений по тем местам, которые предлагаются для работы. Вот. О чем радует? Это говорит о том, что хорошая воспитательная работа и у нас хорошие дети.